В начале 20 века, когда здесь, на живописном побережье Коктебеля, звучали стихи поэтов Серебряного века, не за морем, а даже за океаном, началось победное шествие по планете нового музыкального направления – великолепного джаза. До Крыма, как и до других уголков бывшего Советского Союза, бурная волна джаза докатилась только к середине прошлого столетия. Музыку свободы здесь быстро поняли и полюбили. И в веке 21-м на русской земле появилась своя столица джаза. Ею стал поселок Коктебель. С начала 2000-х годов в его ландшафтах ежегодно проходят два крупных джазовых фестиваля. Один из них – «Live in Blue Bay». «Live in Blue Bay» традиционно открывается музыкальным парадом по набережной Коктебеля. В этом году во главе шествия – севастопольцы, группа «Touch the Wind». На фестиваль «Touch the Wind» приезжает уже в четвертый раз, но задача быть громче ветра, громче штормового прибоя стоит перед музыкантами впервые. Коктебель в этом году встретил участников по-настоящему осенней погодой. Тепло исходит не только от погоды, но и от людей, от самого места, от джаза. И, в общем, погода не мешает здесь, приятно проводить время и слушать классную музыку и играть ее. Мы сейчас продвигаем традицию шагающих духовых оркестров. И этот фестиваль, он дарит нам возможность здесь показать, вот что такое этот шагающий духовой оркестр. Вот. Поэтому всегда очень рады сюда приехать. Люди всегда очень позитивно реагируют на духовой оркестр. Они всегда начинают доставать мобильный телефон и снимать сразу нас, потому что, ну, это что-то такое необычное. В этом году «Live in Blue Bay» проходит в юбилейный 10-й раз, потому для публики подготовили по-настоящему яркую программу. Музыкальное действо развернулось на трех площадках. Главная из них – сцена «Дельфин» стала местом встречи публики со звездами мирового уровня. Я учу русский язык, чтобы с вами общаться. И хотел бы общаться на русском. С вами вечернее всего шоу. Спасибо. Приятного вам просмотра и прослушивания. Grazie. Первый фестивальный вечер ознаменовался выступлением итальянского вокалиста Фабио Лепоре. Pienso solamente in te. Рассказывает, что на полуострове выступает уже во второй раз и уже попал в украинский черный список артистов. Но по этому поводу не переживает и с удовольствием сотрудничает с российскими музыкантами. На «Live in Blue Bay» ему аккомпанировал один из старейших джазовых биг-бендов Крыма – Симферопольский эстрадно-духовой оркестр, который в прошлом году отметил свое 30-летие. Человек очень большой профессионал, и у него, невзирая на его молодость, в принципе, большой опыт. Вот. И, конечно, он знает джаз и эстраду, конечно, досконально. У нас с ним была только одна репетиция вчера. А так, в принципе, конечно, мы оговаривали какие-то рабочие моменты по интернету. Вот. Вчера мы репетировали в Симферополе, сегодня был небольшой саундчек и, собственно говоря, в бой. А дальше эмоции, дальше драйв. Эмоции и драйв не только в вечерней программе фестиваля. С самого утра для всех желающих в джаз-кафе «Богема» один за другим проходят мастер-классы. Это настоящий музыкальный ликбез, а еще возможность услышать джаз таким, каким он впервые открылся советским людям в далеких 60-х – на виниле из динамиков старенького проигрывателя. Этот проигрыватель называется «Юность». Он был доступен именно молодежи. Его можно было с собой таскать по вечеринкам, можно было прийти в гости и устроить день рождения или вечеринку со своим проигрывателем, со своими пластинками. Стоил он 30 рублей в 60-е годы. Здесь же, в «Богеме», проходят творческие встречи с музыкантами. Во второй день фестиваля публику вдохновляли своей игрой петербуржцы – пианист-виртуоз и композитор Андрей Кондаков и молодой саксофонист Дмитрий Семенов. Музыка.
Музыкальное образование Дмитрий получил в России, а продолжил по гранту для талантливой молодежи уже в США. Он уверен, джаз не только эмоциональное единение музыканта с публикой, но и трепетное отношение к своему инструменту. Этот инструмент 59-го года. Не просто 59-го, а 1959-го. Ну и он мне очень дорог. Да. А вы знаете, кто играл на нем до этого? Как нет. Он жил какой-то билет? Нет, не знаю. Я знаю, что это был оркестровый музыкант, потому что здесь стерто, вот именно здесь. Это значит, что человек, который играл на нем, он, видимо, держал саксофон вот так. А это очень свойственно для музыкантов оркестровых, которые играют в биг-бендах, возможно. Еще одна звездная гостья – Шула Адиса Фарар – поднялась на сцену во второй вечер фестиваля. Она выступила вместе с санкт-петербургским трио Алексея Черемизова. Шулы стала настоящим украшением музыкального праздника. Девушка приехала из США. Она родилась и росла в атмосфере джаза, если не сказать больше. Джаз в ее крови. Джаз популярен по всему миру, потому что этот жанр музыки родился из желания людей выразить свои чувства, то, что происходит в их обществе и личной жизни. Думаю, у людей по всему миру есть желание показать, кем они являются на самом деле. В отличие от других жанров, джаз дает свободу проявить себя. Есть, конечно, свои каноны, но они размыты. Это дает людям возможность импровизировать и делиться чувствами открыто. Организаторами фестиваля Life in Blue Bay все 10 лет выступает руководство пансионата «Голубой залив». Музыкальный праздник в 10 раз прошел весело, ярко и совершенно бесплатно для зрителей, оправдав свой девиз «Счастье в каждом звуке». Наталья Данилова, Дмитрий Лелека, Максим Мыльников, Севинформбюро.